Сотни поделок из металла, глины и бересты можно увидеть в Челябинском государственном центре народного творчества. Там открылся первый и очень живописный форум «Мастеровые Южного Урала». Приехали лучшие ремесленники региона, привезли с собой произведения традиционного искусства, чтобы побороться за звание «Народный мастер-ремесленник Челябинской области». Звание считается престижным. Среди ремесленников заслужить его – большая честь и признание мастерства. Каждому умельцу нужно убедить жюри, что он достоин. Мастер должен работать, так скажем, в технологиях, в традиционных технологиях. И мастер должен быть мастером. Если он мастер, если он любит это дело, если он с открытой душой делится как бы этим, если у него высокого качества работы, если он понимает, так скажем, природный материал, ну, природу материала самого, он может получить это звание. На форум в Челябинске приехало порядка 65 мастеров из Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Агаповского, Красноармейского, Брединского и Увельского районов. На выставке «Урал Многолиги» презентуют свои шедевры. Тряпичные куклы, глиняная посуда, тканные полотенца, берестяные туиски, коробы с крышками. Береста снимается со ствола дерева, целиком не разрезая. После этого на внутренний слой делается рубашка, как правило, украшается, собирается также без клея в замок, вставляется дно и крышка. Варианты украшения от росписи до резьбы, вариантов множество. Посмотреть на экспонаты можно бесплатно. Выставка будет работать до 20 октября в будни.